Привет, ребята! Сегодня с нами снова гелик 4х4, который построила наша фирма. Я хочу вам коротко рассказать, что мы с ним делали. Это гелик 2011 года, Г500, двигатель 5,5 атмосфера. Начнем мы снизу. В этом проекте самое дорогое и самое важное – это, конечно же, портальные редуктора. Они здесь немецкого производителя. То есть центральная часть у нас заводская от Гелендвагена. По бокам прикручиваются портальные редуктора фирмы Tibus. В оригинале это фирма Litec. По сути, это одно и то же. Они служат вообще беспроблемно. Немножечко мы их доработали, покрасили, залили хорошее масло, уже оттестировали. Вот такая вот штука. Сегодня вы сами все поймете и увидите. У всех Гелендвагенов 4х4 квадрате, конечно же, идет защита. Она 6х6 и 4х4 есть отличие. Мы установили точно такая, как у оригинала. Нержавейка, толстостенная, отстеклоструйная. Просто бомба смотрится. И так как это Г500 гелик, вы знаете, что у него страшненький бампер был, мы установили полностью морду от Г63. И, конечно же, мы от нашей фирмы очень много карбоновых изделий установили. Например, это расширители арок, чистый карбон. Внизу он, конечно, покрашен точно так же, как у оригинала. Шноркели стиль Брабус, накладка на капот стиль Брабус. Все очень красиво подогнано, установлено, надежно, не отклеится, не отвалится, это 100%. Идемте дальше. Козырек над лобовым стеклом. Это правильной формы козыречек с оригинальными LED-ами. Nolden. Ну и, конечно же, зеркала рестайлинговые. У всех 4х4 они идут через проставку. Конечно, она и здесь есть. Изготовили экспедиционный багажник на крышу. Мне так кажется, что в оригинале это фирма Litec изготавливает, потому что мне озвучивали, что в Америке они стоят 15 тысяч долларов. Конечно, у нас это все намного дешевле. Он полностью с нержавейки и покрашен порошковой краской. Проблем с ним точно не будет. Ну и еще, конечно же, расскажу вам за подвеску. Мы установили очень похожую подвеску, как у оригинала, но оригинально она стоит, по-моему, около 20 тысяч евро. У нас, конечно, это в разы дешевле. Здесь прям очень дешевая подвеска, очень красиво смотрится и очень хорошо себя на дороге показала. Все это вы увидите сами позже. По задку у нас тоже были изменения. Значит, клиент там сбросил фотографию, какую лестницу он хочет видеть на своем автомобиле. Мы точно такую же повторили. Абсолютно вся с нержавейки. Единственное, накладочки с алюмишки бросили сюда, потому что на той фотографии точно такие ступенечки были. Все это покрашено порошковой краской и очень надежно закреплено. То есть, встаете на бампер и пошел себе наверх на багажник. Какие-то вещи упаковывать и так далее. Задняя часть, это задняя дверька, да? Вы знаете, во всех геликах здесь отверстие для крепления запаски. 4х4 этого всего нету. Мы, конечно же, заварили, зашпаклевали и установили такой же знак, как и у оригинала. Идемте вниз. Задняя защита бака. Она точно такая же, как у оригинала. С алюминия 4 мм. Почему с алюминием? Потому что передняя все-таки с нержавейки идет. Потому что она очень большая, и у нее был бы вес просто сумасшедший. Можно установить еще, как у оригинала, две такие трубы. Здесь автомобиль, цель у него для охоты, соответственно, эта труба оторвется, ну, на первой охоте, я так думаю. Ну и, конечно же, обозначить, что это за автомобиль, это было обязательно. 4х4 в квадрате шильд изготовили специально для этого гелика. По салону у нас тоже очень много было доработок. Давайте я вам все буду по порядку показывать и рассказывать, а вы оцените качество. Получилось у нас построить классный автомобиль или нет? Если какие-то замечания, обязательно пишите их в комментарии. Например, что там какие-то порталы кривые поставили, или багажник косой, или что-то в салоне увидите. Пошли. We'll be right back.
Вот мы, ребята, и в салоне. Значит, наши сиденья передние абсолютно заводские остались, а это уже рестайлинг. После 2010 года немножко переднее сиденье отличается от предыдущего гелика. Значит, мы их перешили оригинальной мерседесовской кожей. Стиль Brabus, это клеточка. Шильды установили Mercedes-Benz 4x4 в квадрате, попросил клиент. Дверная обшивка, она заводская осталась. Единственное, что мы вставки такие сделали, клеточка, ну как бы стиль Brabus. И шильды такие же, как и на сиденье. Значит, у нас было старое такое дерево. Вот здесь вот вставочка, вот здесь, по центру вся консоль. Такое, ну, древненькое дерево, 90-е годы еще. Мы полностью убрали, потому что клиент заказал себе рояльный лак. В принципе, очень круто смотрится. По задку у нас, конечно, намного больше изменений. Еще добавлю пару слов. Порожки наши. Mercedes-Benz 4x4 в квадрате. Они из нержавейки сделаны, матовой. И шильдики добавили с ВИН-кодом этого автомобиля. Mercedes-Benz, конечно же, с подсветкой белой. Сзади точно такие установлены. Идемте назад. Вот, ребята, задний наш диванчик. Это с BMW 7. Значит, много кто спрашивает, почему именно с BMW. Я вам отвечу. Как минимум для того, чтобы все управление сиденьями было на подлокотнике. Потому что любые другие сидушки, например, с Mercedes, нужно врезать в дверную карту какие-то блоки управления и так далее. Все это, конечно, ну, не очень хорошо. Хотя при желании... Все это можно сделать. Но наши клиенты, увидев наши Гелендвагены, которые вот этот, допустим, еще один у нас есть, желтый когда-то у нас был с такой же сидушкой, все останавливаются именно на таком сидении. Значит, оно хорошо тем, что, во-первых, очень много регулировок, то есть сама спинка, она меняется и наклон, изгиб, вернее, потом наклон, потом подголовник и вот здесь вот разные режимы есть. То есть все это очень комфортно. И самое главное то, что вот этот подлокотник, он поднимается, и вы имеете полноценное третье место. То есть автомобиль вроде бы здесь и просторный, классный, сиденье сдвинулось назад, но два места, ну это, согласитесь, очень мало. Даже какого-то ребенка посадить, и два взрослых, это прям топчик. В открытом состоянии подлокотник прям, ну, смотрится вообще бомба. Все функции электрические, все абсолютно работают. Задок вверх-вниз, туда-сюда двигается. Спинка во всех режимах. Потом подогрев здесь есть. Сиденье и подогрев спинки. Потом вентиляция есть. Абсолютно все работает. Понятно, что вот эта шайба, она не рабочая, потому что у нас никакого монитора здесь как бы нету. Подстаканники. Вот это BMW-шные подстаканнички тоже абсолютно все работает, все класс. И подстаканники от гелика, они в том же месте остались. Единственное, что пришлось доработать, немножко крышку, которая закрывает аккумулятор. Значит, это очень непростая работа, на самом деле, сдвинуть сиденье, потому что арки надо подрезать колесные. Соответственно, у нас там подвеска вот эта модная наша, двойной амортизатор, двойная пружина. Я уже рассказывал, что очень много проблем мы получили после того, как раздвинули немножко арки, подвеска уже не вставала. Потом очень большая проблема в том, что ковер... Когда ты двигаешь назад, ковра уже не хватает. Выровнял здесь пол, соответственно, нужно новый ковер положить. Мы его здесь положили, вообще никто не, даже не заметил, что здесь что-то не заводское. Соответственно, потом после этого всего нужны хорошие коврики, потому что никаких ковриков уже под этот размер заводских не купить. И мы обращаемся всегда на одну и ту же фирму, потому что она проверенная. Сама, ну это, наверное, кожзам, такой очень стойкий, проблем он не дает. Желтый гелик у нас 2 года отъездил, вообще никаких проблем, ничего не расслаивается, не царапается. Фирма называется «Автоковрики VIP». Я, конечно, ссылку оставлю в описании, вы пользуйтесь, потому что мы проверили, мне очень все нравится. Индивидуальные пошивы, ну не только клетка, там, в общем, на сайте у них очень много выбора различного. Обращайтесь, пацаны. Ну, вы, наверное, спросите, вы сдвинули сиденье назад, а в багажнике уже нету места. Давайте я вам открою багажник и уже наконец-то поедем на те самые замеры до 100 км в час. Задние дверки карты тоже была доработанная, то есть клеточку поставили точно так же, как пошив наших сидений и дверных карт в салоне. Значит, такая вот перегородка, она как бы силовая, полностью зашита фанерой и специальным кожзамом, который ни влаги, ничего не боится и очень стойкий к царапинам, потому что все-таки это багажник, что-то может тереться. Ну и я так надеюсь, что этот материал очень будет стойкий ко всем повреждениям.
Значит, подогнали мы здесь, ну, на мой взгляд, все очень плотненько. Сейчас мы покажем вам кадры. Все везде пластик. Ну, прям вообще не видно ничего, что здесь что-то переделывалось. Там какие-то палки, там какая-то сварка. Ничего такого нету. Конечно же, коврик от фирмы Автоковрики VIP мы здесь тоже положили. Как вы могли заметить, что диски у нас стоят R18, то есть точно такие, как на гелике 6x6 мы устанавливаем. Единственное, что всегда эти диски изготавливаются чисто под нас, они как бы нигде не продаются. И, соответственно, мы задаем параметры, то есть если у нас порталы T-Bus, то мы даем параметры ET, там ширина диска и так далее. Если у нас стоят Volvo, то это уже другие параметры. Если это стоковый гелик, они тоже стоят вообще без проблем, то это еще одни параметры. Значит, нагрузку они несут каждый диск тонна 300. Это, на секундочку, немножко сильнее, чем AMG-шный диск в оригинале. Ну, немножко веса есть, там может быть на какой-то килограммчик тяжелее там от AMG-шного диска, но тем не менее, будешь 100% уверен, что они нигде не развалятся, когда ты по бездорожью за каким-то там зайцем гонишься. Резина у нас, можно так сказать, агрессивная, она для бездорожья, когда ты ее еще приспускаешь, то она очень хорошо работает. Ну, понятно, что с тракторной резиной ей не сравнится, но тем не менее, она достаточно неплохо свои цели будет выполнять там на охоте или на каком-то бездорожье среднего уровня. Значит, если вы спросите, что эта резина сотрется, пока он домой доедет, на самом деле это не так. Она приспособлена для очень больших пробегов по асфальту, то есть она не стирается, как вы это думаете. Ну а сейчас мы можем поехать и замерить до 100 км/ч. Напомню, что у нас тяжелые колеса, как бы агрессивная резина. Добавился вес у нас, это портальный редуктор, каждый где-то килограмм, наверное, по 30 подвеска какой-то вес добавила. Багажник, соответственно, расширители. Ну, аэродинамика, да, нарушенная, какая-то лестница, ну, в общем, где-то по чуть-чуть, и веса, наверное, килограмм так 150 точно лишнего на этом автомобиле уже есть. Сейчас мы посмотрим, насколько он стал медленнее, а может быть, вообще не стал медленным. Напомню, что 7,2 автомобиль ехал до переделки в стоковом состоянии. Мы вставим кусочек видео. Так, у нас получилось 7,16. Едем на ту же дорогу и стартуем. В общем, ребята, результат у нас такой. В принципе, все очень и очень хорошо. Я сейчас еще попробую, ну, наверное, два раза. Так как мы в прошлый раз три раза пробовали и лучшее время вам показали. У нас получилось 7,57. В прошлый раз у нас, по-моему, 7,2 получилось. То есть мы потеряли, ну, 3,5 десятки. Это вообще, пацаны, ни о чем. То есть... На старте вы видели, что автомобиль этот буксовал, да еще и прилично буксовал. Автомобиль аж так немножечко попрыгивал. На стоковом автомобиле практически такого нету. Букс, если есть, он там пик, и все, и поехала тачка. Левое колесо обычно буксует водительское. А здесь прилично букса было. Сейчас мы еще раз попробуем. Резина уже прогретая. Пробуем. Вторая попытка, все лучше. 7,46. Хотя здесь уклон показывает 1 с чем-то градусов, но это все вранье. Почему? Потому что мы на том же участке только что стартовали. Что первый, что второй раз. Возможно, вот прибор драги, он здесь болтается, и что-то ему там отбило мозги, и он, короче, неправильно показывает. Но смысл в том, что
уже время лучше. Но опять же, было очень много букса. Я уверен, что мы можем выйти на свое время, то, что у нас было. Пробуем еще, третий раз. Третий заезд у нас показал, ну, такое себе время, 7.55, но, как видите, на том же месте уже 0.32 уклон показывает, то есть немножечко типа под вверх, но это все вранье, походу кукушка отбитая уже у драги прибора. Смысл в том, что, ну, плюс-минус автомобиль едет около 7.5 до 100 километров. У нас не забывайте, что козырек стоит, багажник стоит, расширители арок огромные стоят. Машина еще выше от земли поднятая, агрессивная тяжелая резина, 14,5 ширина. Все это, конечно, минус на время, на динамику. Но, блин, 3,5-3 десятки всего-навсего мы потеряли, пацаны. Я считаю, это просто успех, просто. Дай сюда легкие диски, дай сюда резину, чуть-чуть уже и более облегченную, не агрессивную, да? Давайте я по-другому скажу. Я думаю, что если поставить 22 диски, какие-то не сильно тяжелые, кованые, да, и шоссейную резину, та, что в оригинала, он 100% выйдет на свое время. Еще и багажник убрать с крыши. В общем, мы хотим сейчас ехать на бездорожье, потому что нам нужно его в разных режимах потестить. Домой, я напомню, ему 5000 километров ехать. Я думаю, что это видео мы выпустим уже, когда автомобиль приедет домой, и сам клиент нам отснимет, что он уже дома, проехал кучу километров, скажет, ну, какой-то свой отзыв об автомобиле, и мы выпустим этот видос. В общем, ребята, мы в лесу, как вы видите, маленький ручей, мы сейчас его аккуратненько переедем. Я думаю, он такой ни о чем, возможно, чуть-чуть побуксуем, но 100% не сядем, потому что я уже по ним ездил. Ну, хотя уже конец зимы, да, все растает потихоньку, возможно, и засядем, а вы видите, уже темно, мы будем вызывать какой-то трактор и пошло-поехал. В общем, приключения на ночь будем искать. Вот, давайте попробуем. Все ради контента, пацаны. В общем, ребята, вы видите, что автомобиль абсолютно целый, выдержал наше такое себе бездорожье, маленькое испытание. Поверьте, что я его не жалел, по всем буграм давал побольше газюры, потому что если должно что-то отвалиться, пусть это отвалится у нас. Но я это делал, можно так сказать, специально. Почему? Потому что нам нужно протрусить очень хорошо подвеску, те же порталы для того, чтобы перетянуть все, чтобы, не дай бог, какие-то болты потом не отпустились, а спустя какой-то там недели или двух эксплуатаций. Ну, скажем так, уже у клиента нашего. И потом он скажет: Саня, вы дураки, что-то там не затянули. В общем, мы сейчас, конечно же, все перетянем и уже с легкостью отдадим автомобиль, которому ехать домой 5000 километров. Но после того испытания я посмотрел по низу, нигде ничего не подтекает, не потеет, все очень хорошо. Ну и замеры мы делали, и это не один заезд, а вы знаете, что нагрузка сумасшедшая, такую дуру с места пульнуть, колеса буксовали, то есть все выдержало, все четко, пацаны. Я, честно, ну, очень впечатлен, то, что автомобиль совсем чуть-чуть потерял в динамике, прям чуть-чуть, потому что, ну, я думаю, что если бы было тепло, то минимум букса было, соответственно, еще бы результат улучшился, но что имеем, то имеем. И хочу сравнительно показать вам автомобиль, который 2013 года, который вот вроде бы как мягче едет от этого, да,
но его очень сильно расшатывает, да, на поворотах нужно притормаживать, потому что он так аж кренится, и который, если поедет на бездорожье, да, по тем же буграм, который вот этот гелик ехал по ним, да, то вот у этого пробивала бы подвеска еще не один раз, а вы знаете, пробивает, когда подвеска, то такие удары аж просто неприятные, и посмотрите, насколько он валкий, вот я стою на порог и завер шатаю, видите, ну вообще, то есть легенько. Этот автомобиль, я уверен, что я его не шатну. Ну, можно, немного можно, да, шатнуть, но он намного упругий на поворотах, то есть на нем вот прям хочется наваливать. Он такой себе боец, то есть любое бездорожье, вот он создан для этого. На этом гелике уже так не поедешь, пацаны. Но что касается ваш выбор, вот вы часто мне задаете вопрос, что мне выбрать, какой автомобиль для проекта, с каким двигателем, какого года. Значит, для нас вообще без разницы. Любой автомобиль подходит под переделку. И двигатель, и год выпуска, и салон, нам без разницы. Вам на нем ездить, соответственно, вы сами должны определяться. Что касается двигателя, ну, я, конечно, люблю G63, там и выхлоп, там и мощность, и, ну, соответственно, это самая топовая версия. 5,5 двигатель атмосферный, вот G500, это рестайлинговый двигатель уже в этих геликах, да, он очень классный, там коробка 7-ступенчатая, мне прям очень нравится. 5,5 компрессор, ну, это проглот, и это куча механизмов лишних, я, честно, не сказал бы, что он прям едет. Мы замеряли 5,5 компрессор, он там 5,8 стреляет до 100 км в час. Вот этот автомобиль 6,2 стреляет до 100 км в час. Этот автомобиль 7,5 стреляет в таком вот виде. Но у 5,5 компрессора есть большой минус, что там 5-ступенчатая коробка автомат. Здесь же 7-ступенчатая. То есть намного приятней и динамичный автомобиль, переключения у него. Ну и давайте посмотрим салоны. Салон здесь, конечно же, другой, чем в нашем гелике 4х4 в квадрате. Вот от себя только могу рекомендовать, если деньги позволяют, конечно, покупать уже 2013 и выше год, потому что здесь не только торпеда отличается, да, там и приборка, а те же замки, ну, в общем, какая-то мелочужечка каждая, она отличается и она улучшенная. Даже под капотом там все немножечко по-другому, все лучше и легче. И этот автомобиль, поверьте, он намного меньше скрипит, чем те старые гелики, там, 11-й год, 10-й. Ну, в общем, вы меня поняли, что моя рекомендация, это 13-й год и выше, G500 можно смело покупать для переделки, что 6х6, что 4х4. Дизеля тоже подходят, но это, конечно, на любителя прям. G63 это прям топ, ну, я понимаю, что это дорого, но вам решать. В общем, ребята, на этом я буду видео заканчивать. От себя только добавлю, что мы опять построили настоящий шедевр от нашей фирмы. Все ребята приложили усилия, каждый здесь постарался. Кто-то в покраске, кто-то в полировке, кто-то в карбоне, кто-то порталы ставил. В общем, здесь не один человек был задействован. Все ребята молодцы. Кому интересны такие проекты, обязательно обращайтесь. И если вы хотите купить детали и самостоятельно это все построить, переходите на наш сайт и покупайте. Пока! Друзья, напоминаю вам, что мы создали новый YouTube канал для оффроуда под названием «Монстры в деле». И вчера выпустили еще одно видео с зимнего оффроуда. Там два рейндж-ровера пыталась перетянуть Бигфута. Ссылочку на видео оставлю в описании.